Стальной хват России, привет. Вот участник сообщества с Украины попросил меня откалибровать жесткую сталь 3. На какой длине? Смотрим. Подходим, наводим. Наводим сюда. Значит, на длине 150. Вот, показываем. Угу. Длина 150. Показываю диаметр. 10 миллиметров. Видно, 9,8, да? Да, 10 миллиметров. Обнуляем. Сейчас я ее откалибрую. Значит, жесткая сталь 3. Я не могу сказать вам там совершенно жесткая, ГОСТовская и так далее. Просто жесткая. На длине 150. Вот сейчас и посмотрим, что с ней происходит. Поехали натягивать. Ломается. Смотрим дальше. Вот видите, идет просадка. То есть вот увели. 306,7. Снимая, натягиваем дальше. У нас 30 градусов нет. По лекалу еще чуть-чуть нужно. Смотрим. 332 килограмма. Ну вот как раз почти 30 градусов. Посмотрим, что тут у нас. 368,3. Триста семьдесят шесть с половиной килограмм, отпускаю. 376,5. Смотрим, сколько градусов. Больше я не буду натягивать. Сейчас отпускаю и покладу. Отходим. Вот, наводим по нижней границе, смотрим, по нижней кромке 25 градусов. 25 градусов, 376 килограмм, наводим на меня. Ну вот, как просил, на 150, жесткая сталь 3, 376 килограмм. Все, удачи, пока.